Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель Transformer Windchanger из трансформеры Power the Prime, всего праймов, 2017-2018 год. Это вот такой небольшой Legend Class Transformer, автомобиль, причем его хитрость в том, что у него есть кабина для Валеры. Валера вот так садится, и его, да, о, можно присмотреться, Валера за рулем. Не, классная идея, оставлять полости для хедмастеров или титан-мастеров, которые вот могут кататься в Винчарджере. Винчарджер. Как вам эта моделька? Она небольшая, да, ну вот если сравнить с рукой, вообще махонькая на руке, хоть вдоль, хоть поперек, по 2-3 раза. Такой вот интересный момент. Давайте Валеру достанем. Спасибо, Валера. И трансформируем. Трансформация пошла. Ноги. Так, что-то здесь. А, да, вот здесь вот оно фиксируется, вот здесь вот, оп, заводится и не болтается. И вот так, здесь также. Далее отводим вот эту часть и начинаем отворачивать эту часть. Затем у нас идет вот так и вот так. И прячем сюда. Причем вот эта часть фиксируется вот здесь. Все. И вот наш Винчарджер готов. Единственный минус, если вот сделать вот так и скрыть лицо при трансформации, то оно упирается в направляющую капота и не дает закрыться. Поэтому вот такой вот Винчарджер. Прикольный персонаж с его праймов. В самом мультсериале он, по-моему, не появлялся, но в линейке трансформеров он был придуман, разработан и выпущен. На этом молде выпущено два трансформера. Tailgate, по-моему, и Windcharger. Это похожие машинки, такие два брата-близнеца. Но отличия вы со временем увидите. Обзор на вторую модель тоже будет. И вы сможете сравнить. Вот такой вот. Лицо у него такое кирпичом. Прикольно, мне, если честно, очень нравится. Так, вот так. Видите, вот. Он немножко выпирает сюда. И вот здесь можно заметить, вот эта часть плотно прижимается. И если только голова таким образом. Поэтому, как многие из трансформеров, он лично своей головой видит, как и куда он едет. Это не очень прикольно, конечно, но я понимаю, почему они этого не убирают. Все, собрали. Ну, несложно, быстро трансформируется. Подвижность не показал, уж прошу прощения, иногда забывая об этой составляющей трансформера. Ладно, это экшн-фигурка, так или иначе, давайте я по-быстрому трансформирую и покажу его подвижность. Legend Class, это такие небольшие трансформеры, не очень сложные. Так, что у него? Локоть на болт-джойнте, поэтому как хочешь поворачивай. Плечо на болт-джойнте, вращай как хочешь. Плюс сам плечевой сустав может быть поднят кверху. Ну, то есть вот, закрывать как получится. Голова вращается на 360 градусов.
нога вперед, нога назад, но не до конца, мешает фиксатор в виде капота. Колено есть, и в принципе оно позволяет на 90 градусов повернуть. Но поскольку нога идет под уклон, 90 градусов не получается. Но вот своеобразно можно. Так, продольный шпагат присутствует. Хорошо. Тогда оставим его в таком формате. И на этом будем завершать обзор. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей, становитесь спонсором музея. И если есть старые ненужные трансформеры, преподнесите их в дар музею. Музей их сбережет, сохранит, и их могут увидеть все последующие поколения людей, посетивших музей. Всем до скорых встреч!